Итак, всем привет, с вами Ники. Сегодня буду играть в игру под названием Rocky Reaper, что в переводе разбойник. Странно, почему разбойник, так как мы будем играть вообще за не за разбойника, а за дочь жнеца. Игра про темные века, конец темных веков, разгар чумы. Слишком много работы у жнеца, слишком много душ. И вот дочка жнеца хочет помочь своему отцу и выяснить причину чумы. В начале игры почему-то глючит вступительный ролик или что, я не знаю. Раз три уже перезапускал, и вот одно и то же. Но игра фри-то-плейная, можно скачать в Steam. Бесплатная, поэтому такая вот игра. Ну, походу тут говорится про чуму темные века. Ладно, пропустим. Идет загрузка достаточно быстро. Вот мы играем за девочку в капюшоне с косой. Так, в дверь мы не можем зайти. Впереди мы видим крысу, судя по хвосту. Крыса — это самый распространенный распространитель чумы. Ну, сплошует она нормально. Длинное расстояние. Вот эти помидоры почему-то я не могу взять. Или это яблоки? Так, или могу? Странно. Как это мне получилось сейчас взять? На букву Я. Так, тут все входы заблокированы. Нужно перепрыгивать. Игра приключений, паркур. Так не получилось. Так, это уже, по-моему, не крыса. Это уже похоже на волков.
Эх, и... Да, я их пробить тяжелее. Все-таки пробил. Озвучка персонажа, как и ММО корейский. Хотя, может, и разработчик тоже корейский. Так, это крыса. Там волк. Там, по-моему, крыса. Блин, она... Да вы чё, какие зверские? Два волка. Два волка. Так меня чуть не убили. А вот это шарики, это, наверное, их не душа. И походу эти души хилят. Странно, что у дочери смерти и вообще у смерти есть какие-то враги. Как и волки, там вот эти вот крысы. Я думал, что-то более серьезное. Например, божества какие-нибудь, там еще что-то. Братья Винчестера. Так, нужно хорошо держать дистанцию. И все будет нормально. Да сколько же вас там, а? Это крыса, по-моему. Или волк? Нет, это волк, это плохо. Так, а там крыса. Придется идти на волка. И он меня почти убил. Да сколько же вас тут, а? Эх ты! Почему она не идет? Иди сюда. Иди сюда. Ну это крыса, было попроще. Так я могу есть? Нет. И чё, я зря сюда пришёл, что ли? Походу зря. Да блин. Это еще что такое? Что за летающие птицы?
И маленькие крысы какие-то бегут. Бежим. В смысле, а куда они исчезают? Крысы фантом, что ли? Так, если я убегу. Блин, а чё так больно-то, а? Это, походу, невозможно тут уничтожить их. Тут надо просто бежать. Блин, почти упал. Так, осторожно, осторожно. Эх, ничего себе, как же мне туда отпрыгнуть? Вот и дошли мы до босса. Босс у нас конь. Причина чумы. Побеждать его надо с помощью бросания в него ящиков, которые мы берем с помощью телекинеза. Так, три ящика надо сначала кинуть в него, чтобы разбить синюю полоску, которая на экране. Синяя полоска — это туман, который у него возле ног. И бьем по ногам. И быстро отходим. Потому что он полы рушит. Напольное покрытие. Так, максимум я три ноги сбивал. Потом просто мне не хватило ящиков. Все было в тумане вот этой. Туман чумы. Принцип действия понятен, проходить я не буду, так как это уже 2506 попытка победить этого босса. Расскажу
Только принцип, как действовать надо. Вот сейчас я зафейлил. Три ящика бросил, а по ноге не бил. Просто тяжело играть и говорить. Так. Ну все, можно руинить сразу. Все очень плохо. Я не знаю, для чего разработчики делали такого сложного коня. Возможно, скорее всего, никто не проходил эту игру. Финального босса. Даже сами разработчики. Нормально не потестили. Потому что это нереально. Сделали бы хотя бы туман частично как-то пропадал. И ящики, кстати, не появляются заново. Опять я зафейлил. Ладно, третья попытка, последняя. Потому что я уже смирился. Я уже весь сгорел от этого босса. И мне уже пофиг на эту игру. Потому что я понял, что это не реально. Если кто эту игру прошел, пришлите, пожалуйста, видео. Вы просто супер-пупер игрок. Но я считаю, это нереально пройти. Разработчики просто психи. Им бы самих посадить за эту игру. И проходить этого коня. И нужно стараться, где ящики, не допустить появления этого облака чумы, как почти сейчас, потому что потом к этим ящикам, считай, не подойдешь. Так, две ноги сбил. Третий мой предел, это максимум. Бывают баги. А может быть, это не баг. Просто разработчики сказали. Точнее, сказали, решили, чтобы не было так просто. Ящики некоторые не дамажат. А некоторые даже не берутся. Не телекинезицу. Вот, как сейчас. Не было дамага. Это много фейлит. Вот три удара, это мой максимум. Есть еще стенки, по ним тоже можно бегать, но это уж вообще сложно. Вот где мне брать ящики, когда тут все в тумане? Ну это просто нереально. Ладно, на этом я закончу. Хватит дрочить, геморройствовать. Просто нереально. Игра, нереальный босс. Нереально проходимая. Спасибо, что смотрели. Подписываемся на мой канал. Кто прошел игру, пожалуйста, пришлите мне видео.
Я бы вам руку пожал. Но я думаю, это вообще нереально. Задумка хорошая, но игра сырая. Недоделанная. Скажете, фри-ту-плейная, но фри-ту-плейные тоже игры. Бывают разные, бывают суперские, бывают так себе. А эту надо игру доделать. Задумка хорошая. Ладно, всем пока. Чао.